Итак, возвращаемся. Реплей вчерашней игры Defense, пока чтобы занять время перед Loser Bracket финалом Премьер-лиги, можно посмотреть эту игру вчерашнюю. Вчера не было времени ее посмотреть, просто-напросто. Смотрим команда Team Liquid против Absolute Legends Academy. Напомню, новый сквад завели себе Absolute Legends. Помимо своей основной команды, где сейчас играют Мания, Мерлини и так далее, куча людей с никами на букву М. Завели еще и новичковый сквад, назвали Academy Division. Ну и смотрим, как они сыграют против Team Liquid. Баны: Undying, Phantom Lancer внезапно, Batrider, Nyx Assassin. Смотрим первый пик от Absolute Legends. До этого у этой команды было название Romy and the Rest, если я не ошибаюсь. Беру Darkseer первым пиком, мы смотрим, что здесь придумает. Внезапно TC на пике сидит вместо Флафа. Может, он просто нажимает кнопочки, Флаф говорит, что брать. Берут Keeper of the Light и Магнус. Понятно, что в бан они не попали. Смотрим, чем ответит Absolute Legends. Второй, третий пики. Времени хватает на подумать. К сожалению, первая стадия пиков. Пока что сложно что-то сказать по стратегии. То есть в основном разбирают героев, которых не забанили. И когда уже доберут здесь третий герой, все более-менее вырисовывается. Напомню, через буквально 50 минут начнется. Еще раз упомянуть стоит. Loser Bracket финал. Там будет команда Dignitas против команды Virtus.pro. Best of 3 играет. Ну и кто выиграет, пойдет играть против Team Empire опять. В суперфинале Премьер Лиги, который будет 23 часа по Москве. Берут Windrunner. Внезапно удивленные, что Windrunner взяли вторым пиком. Но, видимо, думают, что герой того стоит. Остается минута на третий пик. Секунд, кого можно взять, но вот удивлен, что взяли Windrunner. Есть Darkseer, видимо, Darkseer пошлют либо в мид, либо в джунгли. Можно Windrunner, конечно, и на мид поставить. Не знаю, как они играют. Disruptor, вот так вот. Каких-то достаточно странных героев Линку в приоритете держит. Нестандартный такой немножко пик первый. Таких вот набрали персонажа. Ну и здесь берут лайфстилер, стесняться особо нечего. То есть уже видно, что вырисовывается более-менее сильный трилейн. Keeper of the Light, лайфстилер. Магнус может как на мид пойти, так и в оффлейн. То есть здесь осталось добрать одного саппорта. Вот ждут. Смотрят, кого из саппортов можно побанить. Команда Absolute Legends. Самим тоже один саппорт еще нужен. Банит Энигму. С этой стороны кого забанить надо? Team Liquid. Давайте посмотрим. Windrunner с Дарксиром. Это как минимум соло мид и соло занято. То есть осталось только трилейн добрать. То есть здесь надо банить тоже саппортов и трилейн фармеров. Учитывая, что самим один саппорт еще и нужен. И первый пик у команды Absolute Legends при этом. Надо банить именно трилейн фармеров. Поэтому бьют по лондроиду. Не удивлюсь, если здесь появится сейчас и луна, и гирокоптеры всякие. В общем-то, такого рода персонажи. Здесь же давайте смотреть, кого. Можно попробовать по оффлейнерам, однако непонятно, куда пойдет Магнус. Поэтому точно уверенность, кого именно банить, оффлейнера или героя, который на мид может пойти, особо нет. Поэтому вот продолжают джанглеров Энигму Чена, то есть от греха подальше убрали. Пока что, ну, по моему мнению, они... Конечно, персонаж тоже достаточно сильный, но, скорее всего, был бы трейлейн, поэтому более-менее баны тратит просто команда Absolute Legends, чтобы пул саппортов был побольше и самим что-то досталось. Давайте здесь смотреть. Здесь, я думаю, будет продолжать банить трейлейн фармеров. Пока что никого еще не придумают, но вот луну можно забанить от греха подальше. Можно, конечно, и саппорт какого-то вспомнить, учитывая, что ни одного полноценного трейлейн саппорта так не забанить Absolute Legends. Можно, например, забанить Рубик, что мне врал Рейрс Полярис, но вот в таком духе. Ну или там Шадоу Демона просто, ну потому что герой весьма сильный. С
Спасает, зацепляет. Минута остается. Надо TC что-то придумать в этом плане. Реплей вчерашний, то есть это не лайв игра, можно пауза будет проматывать. Я думаю, достаточно быстро успеем мы разобраться еще до начала Best of 3. Драфт проматывать я точно не буду, даже вот долго они ждут, наконец Луну забанили. Удивлен, что так долго они обсуждали, кого банить, все-таки забанили Луну, про которую, в принципе, и так все было достаточно очевидно. С этой стороны, ну, как минимум одного противного саппорта я бы на их месте забанил, на месте Absolute Legends. Понятно, что первым пиком они определенно успеют взять себе хорошего саппорта. Вот, например, забанил бы я Shadow Demon, а Рубика бы себе взял, например, в таком плане. Если, конечно, они по-другому как-то не хотят все сделать. Сейчас посмотрим, как дальше драфт повернется. Пока что у них пики какие-то совсем сомнительные, если честно. Еще резерв у них 43 секунды. То есть здесь пока что нет Reliable Disable. То есть проблема именно в этом. Им нужен будет какой-то персонаж Disable. Забанили внезапно пак. Ну, понятно, что просто... бан потратили, пак мог и на мид пойти, мог и в оффлейн, то есть, в принципе, хороший кандидат. Не могли они решиться, то ли мидового героя, то ли оффлейнера банить, но в итоге пака забанили, который обе этих роли вполне может занять. С этой стороны отвечает Faceless Void'ом, ну и пошли, надо пикать скорее, первый пик у команды Absolute Legends. Берут Рубик, как я и говорил, Reliable Disable, то есть без анимации, без кастайма, очень быстро он поднимает. Если до кого-то дотянется, могут быть проблемы. Отвечает Shadow Demon, вот его не забанили, как я и думал, в 3 лейн он весьма хорошо впишется, Keeper of Light, Lifestealer, Shadow Demon, тройка весьма сильная. Ждем последнего пика, последний пик. В принципе, из этого всего можно попробовать, конечно, и агрессив в 3 лейн сделать, но есть у меня подозрение, что это попросту не получится, потому что Windrunner с Disruptor'ом нужны уровни, то есть... нужный пауэршот, можно, конечно, с руки настреливать, учитывая, что все рейнджовые по лайфстилеру, но я думаю, саппорты тоже просто так без дела сидеть здесь не будут на стороне Team Liquid. Дисраптор, понятно, что без ранних уровней, но может вкачать Kinetic Field на первом уровне, что-то пытаться они сделать, но урона им просто не хватит всем трейлейн, там надо будет еще и фейтболт Рубика ждать, в общем, скорее всего, Виндранер пойдет либо на мид, либо на соло. 30 секунд остается, надо скорее добирать трейлейн фармера. Кого здесь можно взять? Давайте посмотрим. Луна в бане. Лайфстиль уже взяли. Внезапно берут алхимика. Второй раз мы уже видим за эту неделю, если честно. Как-то зачастил уже он. То есть прям-таки удивляться уже, наверное, не стоит, но... Трейлейн. Дисраптор, Рубик, алхимик. Вот так вот. Оставил как конкокшн. Недавно бан... какого? Побафали. Макс дэмэдж у него теперь очень большой. То есть вот на четвертом уровне 360 урон, на третьем 220, это очень-очень ощутимо, особенно в трилейне, где все весьма худые из-за того, что вот по уровням проседают саппорты. Подняли телекинезис, мы заварили зелье, кинули зелье. Если что, поставили еще кинетик филд, ну и там же, если что-то вкачан, там фейтбол, тандерстрайк, можно будет добить. Однако есть подозрение по полезности помимо лейнинга, то есть... похоже, берут его исключительно из-за стана, просто давайте у нас будет станер, а потом, может, он пофармит, его оставит в покое, он будет очень быстро фармить, перефармит он лайфстиллер, купит себе прям очень много вещей, и прям вот все будет так здорово. Однако, есть подозрение, что против такой опытной команды, как Team Liquid, не то чтобы я назвал Team Liquid команда первого дивизиона, вот берут они Урсу, видимо, обе команды решили, что игра будет for fun, они всерьез, ну и взяли Урсу. Понятно, Урса может пойти и в лес, и может даже... не думаю, что на оффлейне будет стоять. Можно пробовать Рошана здесь на первом уровне убивать. В общем, пространство для маневра моли. Ну, посмотрим, как это повернется. Поехали, давайте смотреть. Кроме Алхимист, команда Absolute Legends, страна Radiant. На Виндранер, Линку, Пандазаурус Рекс на Дисрапторе. Он купил себе Апачи косички, но динозаврик у него стандартный. Раптор. Эси Дрейн на Робике, БЛР на Дарк Сире. С этой стороны уже бегут, похоже, прожали смог. Но действительно, с этой стороны тоже понимаю, что
Урса заявка на Рошана, скорее бежать в сторону Рошана. Сейчас там будут какие-то левел 1 драки, наверное, интересные. Экс-майк на Кипервзлайте, Флафф на Шадоу Демоне бегут скорее на низ. Все готовы, Корок на Лайфстилере, ТС на Урсе, Балба на Магнусе. Ну и скорее сейчас здесь будет столкновение какое-то. Урса радуется громко. Reliable Disable, давайте посмотрим. То есть Disruption надо заряжать сразу Illuminate, потом Open Wound скидается замедление, вкачивается. И под это, под все Урса должен бить. Отлично, они обманули. Все думают, что на Рошана идут, а идут совсем не на Рошана. Ловят Алхимика. Задувать начинает. Кидает Open Wound, к сожалению, с кинетик барьером. Очень вовремя успел Disruptor. Кроме, он бьет сейчас, возьмет First Blood, похоже. Бьют, пытался он отпиваться, ползет за ним дальше Корок, ну и Shadow Demon берет First Blood. Оказались немного зажаты. TC умирает. В ответ сейчас, похоже, доберут и Рубик еще. Нет, Рубик, посмотрите, с него выживает. Флав кидает второй Disruption. На этот раз на Дарксира. Дарксир без сужа первым уровнем вкачал Iron Shell. Ну уже 2-2 счет. Keeper of the Light успел добить Рубика все-таки прийти. Ну и здесь от вышки просто-напросто умирает Lifestealer. 3-3 уже счет. Неплохо они придумали. То есть они взяли Урсу и все думали, что пошли на Рошан. То есть пошли вот здесь вот так вот. А тем временем их Смоки обходит и пытается сзади добирать, кто остался. То есть достаточно хитро сделали всю команду Team Liquid. Но вот, к сожалению, сами тоже поумирали очень сильно. Давайте посмотрим, как здесь игра началась. Пока графика нет, но вот начало такое. Давайте подождем первых крипов, чтобы немного хотя бы график поменялся. Там начало 200 экспириенса на стороне дайеров. И с этой стороны 300 золота. Вот начал график потихоньку сморщиваться, показывает, что к чему. Корок такой, у них дабл лейн здесь. Нет, точнее даже офенсив три лейн у них здесь вполне. Корок, Флафф и Эйк. Достаточно хорошо они здесь должны постоять. Понятно, есть алхимик, есть сильный стан. Второй уровень получил уже Disruptor, есть у него и Глимс, все на свете. Там столько экспириенс туда-сюда летело из киллов ранних, что Disruptor еще во время файта получил там второй уровень. То есть там был кинетик фил сначала и потом кого-то глимсануло под конец, по-моему. Лайфстиллер как раз, когда вышка добивала. Экс-майк тоже второй, вот он стоит, заливает себе маны. Здесь встречается Урса против Iron Shell, борьба такая. Крипов с Iron Shell убивает, вроде все неплохо у него. Тем не менее, здесь опять начинают ловить. Поймали Пандазарс Рекса, в ответ получил Concoction Flav. Немножко просел, но не критично. И Корок идет дальше. Фист у него вкачан, достаточно больно он по алхимику бьет. У алхимика единичка всего начального армора. Вот. Купил он себе даже Ring of Protection. Похоже, что сейчас будет еще что-то происходить. Проел Флав лес. Стал в Kinetic Field. Но здесь совсем немножко можно было подавить. Вот Корок пошел давить. Убили фейтболтом. Иллюминейтом. Keeper of the Light получает килл Корока. Глимсом откатывает назад. И еще один иллюминейт. Киллинг спирей уже у X-Mike такой вот он. 3 килла, 3 ассиста уже. В общем, я думаю, весьма доволен Keeper of the Light таким поворотом событий. Иллюминейт второго уровня, напомню, он просто ченнелит, пока здесь все бегают по таурам. Ну и под конец здесь он и Рубика убил, и прошлый раз Хромиума. 3-6 уже счет, Team Liquid потихоньку отвоевывает. Такая тоже резня early game, очень это забавно смотреть. Я думаю, будет совсем скучно. А нет. Балба находит инвиз. С этой стороны здесь продолжается Урса против Iron Shell. Здесь ничего интересного долго еще не будет. Все интересно будет вот здесь. Флав опять не стесняется. Soul Catcher Disruption. Сход закидывает обратно. Опять Illuminate. Чуть ли не на все ХП саппорта идет Illuminate. Варис Concoction. Rage. Кулдауни, к сожалению. Корок стоит. Он ходит на... по Acid Spray. По зеленым... зеленому вонючему полю. 13 зарядов у него в Magic Wand. И это... можно как-то обыграть. Тем временем здесь Windrunner первый пофарм, пока там все снизу происходило, перефармливает пока Балбу. Надо X-майку заливать ману Короку уже, у Корока мало маны. ХП у всех тоже не так много. Опять Disruption, опять заряжают все на свете. Корок надо поражать очень вовремя Рейджему. Стан улетел во Флафу, вот крипы его главное не добили бы.
Тем временем там убили Урсу, между прочим. Похоже, проиграл он Айншеллом все-таки. Видимо, подавил БЛР на него, то есть на себя Айншелл третий уровень надел. И вместе с крипами ходил, там за ним гонялся, это вполне можно сделать. Балба 5 уровня. 6 уровня пока нет. Вот летит к нему бутылка обратно. Точнее, если пожог, бутылка у него есть. Действительно. Бутылка пустая, надо бутылку отправлять обратно. Обогнал он уже половки там, вполне виндранер, потому что шоквейв уже 3 уровня, уже добивать нет каких-то проблем. Там и кулдаун уменьшится, все на свете. Ну и на хесте бежит дисраптор куда-то. Саппорт приходит на мид, надо что-то делать с товарищем Магнусом. Есть у нее скьюр 2 уровня. Ну вот пока что стоят, смоки даже стоят, если подцепят. Конечно, можно что-то попробовать. Главное, Глимс потом прожать, пока он из скьюра бежать. Вот не смогли, не успели. Вижн не дали друг другу. Глимс мы отлично назад отогнали. В кинетик филде стоит. Сейчас, похоже, будет умирать. Попробовали его привязать. Привязать не получилось. Но, похоже, сейчас автоатаками его доковыряют. Доковыряли. Виндранер забирает килл. Отлично. Вполне поганкали. Так, дайте-ка... Надо найти алхимика. Алхимик убежал в лес вообще. Грейлос Грид, пока он не вкачал, напомню, скилл переименовали. Из алхимиста Грид. Грейлос Грид. Ну и теперь здесь уже очень прочно там обосновался. Трилейн команда Team Liquid. Позиции свои сдали здесь. Всем трилейнам. Absolute Legends Academy отошли. То есть вот так вот менять килл на балбу на меде на свой бот таур. На их месте я бы не стал. Учитывая, что их здесь так убивали, правда, здесь уже неизвестно, смогут ли они вообще здесь находиться теперь. Вот. Торок поражал рейдж, стал бешеным и таур заел. Урсей транквил бут. Здесь что летит, давайте посмотрим. Здесь летающая черепашка принесла. Дай-ка я тебя кликну. Ноль талисман, Magic Wand есть. Рецепт на Magic Wand летел белый. Ар, похоже, опять хочет там подавить на Урсу. Нет, он просто пошел крипов стопить. И отрезает их от таура. Здесь ганг сквад ищет, а не алхимик. Алхимик выходит прям в лицо. Флафу. К сожалению, элиминейт он. Вот попал все-таки по эстрейн, но у Флафа теперь проблем. Флаф надо бежать скорее. 3, 2, 1 секунда. Получает очень больный стан. Флафа добивает, успевает хромиум. Ну и сам умирает. Даблкил вот с одного элиминейта. Убивает и алхимика, и остальных всех. Приходит баба. Убивает еще и Рубика. Ну и 6-11 уже счет. 6-я минута, между прочим. То есть уже 17 киллов на карте за 6 минут. Это неплохой показатель. Почти 3 килла в минуту, между прочим. По экспириенс мы видим, что как и по золоту, Team Liquid свои позиции закрепили достаточно прочно уже. Урса здесь ходит, бьет крипов лапами, но она уже... Не знаю, сыграет ли она свою роль в игре, успеет ли. Keeper of the Light просто всех уничтожает. 5-0-5 уже по товарища. Он купил себе хайдресс уже. Будет очень-очень быстрая мека. Это опять он задувает. Сейчас кого-то переездит. Переехал всех двоих. По пол хп оставил почти что. Ну, собственно, потому его и банят, что... Можно делать очень сильные лейны с Keeper of the Light. Long range ability, то есть пока там все дерутся, ходят, что-то делают, он просто из тумана, издалека, пока его никто не видит, просто стоит ченнелит. Потом он внезапно приезжает лошади, и уже никто драться больше не хочет и не может. Это же можно и в мидгейм переносить, то есть пока будет собираться на пуш. Команда Absolute Legends, если такое произойдет вообще в этой игре. Можно будет просто заряжать с лошадей и потом всех переезжать ими, и файтов просто не будет происходить. Баба отлично связали, прострелили. Баба 120 хп, 20 хп, и умирает в итоге, подкинули обратно. Однако проблема у Айсидрейн, последняя тычка, его Флаф убивает, однако Флаф сам умер от Дарксира. Прилетает уже сюда Корк, вот он Виндранера ускорили с Уржом, однако она не поняла, куда бежать, из-за этого умирает. Реверс Полярис потратит на Дарксира, ну и Корк получает даблкилл. Призвали Урсу, он по земле треснул сходу и
Можно бить Рошана. Владимира, конечно, нет, но он здесь и не нужен. Здесь вся команда помогает, очень быстро вот он. Давайте нажмем на Рошан, посмотрим, 8 стаков, уже 120-135 урона. Сейчас 150 все будет. Внезапно 200 урона с каждого удара наносит, все больше и больше Урса. Смотрит, видит все это, Absolute Legends, помешает навряд ли могут. Вот бежит, Линку ловит. Shadow Poison, связал хорошо двоих, однако там Vision уже не было, не видел он, что с Шаклом просто случилось. Алхимик сам себя заставил, отлично, он прям 360 урона, сам себе в лицо ошпарился со своим конкокшеном. Иллюминейт опять переезжает людей, Корка. Отвезли назад, Шакл как-то странно залачился. Дисраптор убили, уже минус 3, гонится дальше. Урса купил Блинкдаггер. Здесь Shadow Blade есть у Корка, сейчас он ударит, 264 урона с удара. Включает Твиндран Линку, пытается бежать. Сейчас вот его убивает. Напоследок сделал дабл шакл, но ему это не сильно помогло. 8-18 уже счет. 10 минуты еще нет. Здесь уже 26 киллов на карте. Ну, идут на бот тауэр. Вот эта игра. Очень быстро убивает тауэр. Никак он не падает. Понятно, что уже очень большие проблемы Absolute Legends, то есть уже игра из-под их контроля вышла. В общем-то, она вышла, как только они трейлейн там начали, когда там начались первые три килла. Корок. Shadow Blade включил, пошел. На Пандазарус опять по 300 крит и доедает. Вот так вот. Здесь есть клок, но не меки, ничего, еще долго не будет. Флаф идет. Кинул демоник перш. На сурш развел, сурш закинул. Дисрапшн, ну и пытается бежать БЛР. Может даже флаф он дорезать, однако не дали ему это сделать, успели убить Дарксира. ТС. Блинкдаггер есть, он бегает. Пока что у него Tranquil Boot. Что-то он здесь сделал с курьером. А, у него бутылка, он бутылку положил в курьер, ну. Балба. Стоит, смотрит он на эншинг, как-то непонятно. Видимо, ждет, когда на мид кто-то придет, чтобы он сверху просто приехал и дал рест Полярис, но уже передумали. Топ Тауэр Корок сейчас доест, вот. Идут им мешать два товарища. Дарктир Виндранер. Ну, если это же странные мид едят. В общем-то, Тура надо спасать, но как это сделать, пока никто не понимает. Вот Корок пытается бежать, гоняет Тайншелм. Похоже, что добьют он Shadow Blade. Ну и понятно, что просветки нет, и все это очень... Ох, отлично, добил, вернулся. А Егис он решил поменять на вышку, и вполне того стоит. Ранее Аекс все равно не так он важен. Линку дал он Open Wounds, но тот бежал. Входит Алхимик, 2 секунды остается, кидает Балбу, все, Конкокшн всех стягивает. Урсу убивает, у Корка пол хп, пытается бежать. Сентривард там тоже поставили. Ну и залезает он сходу в Аекс Майк, и напоследок проехали с Иллюминейтом, чуть было Эйси Дрейна не добили. Вылезает на Линку обратно. Добивает свой мегакилл. Варит Concoction, сажает его в Disruption, сейчас опять себе обварит все на свете, но нет. Замстил он Shadow Demon за такую наглость. Своей бутылочкой убил. X-Mag здесь сидит, заряжает, на него кинули статик шторм и... В самом лесу его здесь убивает. Корк пытается ползать дальше, сейчас вот он убивает. Получает трипл килл, гонит дальше он за БЛРа. Open Wounds есть, скинул он Open Wounds и Open Wounds действительно работает. Получает ультракил, выбил гем. Сам бежать. Успеет бежать? Нет. Не успеет. Добивает его. Отлично, Shadow Blade. Прям вовремя откатился. Выживает. Сам ползет под Sentry Ward. И из-за этого действительно умирает. Не знали они про Sentry Ward. Надо было просто назад там бежать. Но тем не менее, ультракил свой он получил. Хорошо, они подрались. То есть Корок, он на лоу хп. Сбегал всех, бил-бил. Потихоньку отхилился фистом. У него фист 3 уровня уже.
Ну и один по одному, Absolute Legends так на него и напарывались. То есть здесь такая вот драка в этом регионе происходила, очень много людей потеряли. Бля, окрыленный успех, потому что там они убили кого-нибудь там, успели бить Урсу, по-моему, и Магнуса, что ли, если честно, точно не помню, но здесь уже можно видеть. По графикам все очень печально, корка 3600, между тем. Возвращается корок. Сходу Shadow Blade, почти дезолятор есть, у него здесь стоит центр и вард, однако. Кидает Demonic Forge. На Сидрейна поднимает он корка. Сам пытается бежать. Бежает корк, отлично поэвейдил конкокшн, успел поражать рейдж, пока летел бутылочка. Ни урон, ни стан не получил. Смотрит он, находит Дарксир, можно Дарксир поесть. Начинает есть его. Тут с туржом бежать. Магнус ломает все деревья. Дарксир достаточно быстро, у него суши второго уровня. Пытаются здесь драться. Отличный Static Storm, то есть потеряли здесь Keeper of the Light, обменяли на Disruptor, однако пришел Корок, он съел уже Рубика. Опять варит алхимик свое зелье. Корок получает даблкил, еще и Вендранер убивает. Опять поражал рейдж, отлично, очень вовремя. Гонит он алхимика. Сейчас уже закончится. Алхимик умирает. И здесь просто схлопнули последнего живого Дарксира. На себя он их всех стянул, ну и, собственно, за это и наполучал. Сейчас новый Рошан уже будет, через буквально 4 минуты. Теряет тауэр. Игры с Урсой очень занимательны всегда выходят, что дают, мы смотрели. Ну вот Тайд Хантер против Золотого Мастера был тут примерно то же самое, что такой очень веселый, очень аркадный такой, прям матчмейкинг у нас, экспириенс. Теперь, правда, нам не европейцы, а американцы показывают, американская дота. Решили поприкалываться. Ну, понятно, что они увидели пик алхимика, поняли, что Absolute Legends Academy не воспринимает игру всерьез, то есть они даже своим драфтом показали, что будут играть по приколу, как бы, если что, всегда можно будет потом сказать, да у нас же был алхимик. Ну, потому и взяли Урсу, чтобы можно было сказать, ну, у нас была Урса. То есть в итоге получился такой среднестатистический high-level pub, где пики не самые лучшие, но смотреть весьма интересно. Рецепт на Юл, купил себе флаф, Вейтстон есть, барабан есть, фейсбут, в общем-то весьма богатый. Корок здесь бегает, авантюра есть у него, медаль на вкарыш, есть дезолятор, в общем-то урон он будет наносить, мам не гори, вот чуть было не зашакли его, крипу его. Не похоже, что Liquid идут дальше. Уже Empower начали появляться. Empower пока первый уровень, только балба. 11 еще только. Но постоянно на всех накидывает. То есть еще и AOE damage. Это совсем вот. Корок кинул Open Wounds. Все сходу бежать. И сходу реверс полярится на четверых. Всех отвозит обратно. Замечательно, балба сделал. Все, сам бежает, самого пристрелили. У Корока проблемы. Там дали еще и Blind 7 TC. Умирает, но уже успели сделать минус 4. Внезапно Illuminate трипл килл. И расходится. Выкупается Дарксир. Курьера Дайров случайно убили. Здесь, видимо, нес себе кто-то. Чуть ли не под базу. Корок ползает. ХП очень мало осталось. Он там еле выжил. То есть они всех привезли, но там же и Static Storm. И, в общем-то, прокаст пошел небольшой. Получилось достаточно больно. Связали флафа здесь. Простреливают. Корок из Shadow Blade. Оп-оп. С медалькой чуть не за два удара доел человека. Ну и отходит пока что. Все слетаются опять обратно. 16-34 счет. То есть уже 50 киллов на карте на 18-й минуте. Сейчас найдет вот он Тандазаурус Рекса. Медальку дал бежать. В рейдж он может. Надо зажукать скорее, чтобы обварился алхимик. Алхимик обварился, но и можно его доесть. Успели поднять его, однако.
привязать не получилось из-за того, что деревья разрушились. Но здесь уже можно поражать Shadow Blade. С разворота захватили здесь Demonic Purge, Рубика везли в толпу. Надо доедать, Корк бьет его, отхиливается. Ну и Keeper of Light Dominating. Вот у него счет 9-2-14, он просто в этом матче. Нетворс у него не такой большой, но вот по киллам на втором месте персонаж. X-Mag просто на коне. Таур наконец добрали, Рошан появился, надо идти Рошан есть. 16-37 уже счет. Здесь продолжается обвал акций. Тут, по-моему, купить успел Урса. Нет, пока что он... А, он пошел продавать свой телепорт. Выкладывать не стал. В общем, быстро убивает Рошана. Урса берет Аегис, само собой. Можно было отдать им Лайстейлеру, учитывая, какой он авантюрист. Какая разница, в общем-то. Здесь пришли на топ трое. Пытались подпушить, но вот уже смотрят, что вроде бы надо уходить. На карте не было никого видно. Radiant's Courier. А, ну здесь Корок, он убил Алхимика и Курьера. У самого уже Гиперстон, то есть бьет он очень быстро. Связать его не получилось. Вот здесь ходит вокруг него кругами, и он, похоже, сейчас просто съест всех. Прожал он рейдж, вот он. Абдарксир потихонечку похиливается. Пытается его раскатить, он понимает, что сейчас его действительно раскатит, связали. А здесь уже и Урса прошла. Реверс Полярис дали, Корок уходит. Ну и время Урсы. Иницианули Дарксира, ловит дальше Линку. Линку кинул Демоник Перш, ну и Лайфстиллер. Залез, вылез на всякий случай, на случай, если был бы пауэршот, он бы успел бы спастись. Алхимик варит свое зелье. Кинул Балбу. Балбу вернули обратно. Сейчас Алхимиком настучит саблями. Балба пытается бежать. Получает все-таки. Фейтболт от Рубик умирает. Кого-то рекольт, кто-то выкупился. То есть сходу Балба возвращается с базы. То есть очень полезно и в этом плане. Прозлает Хромиум. Отправили обратно. Даже наварить ничего не успел. Вот он кинул короткий стан, но уже сам умер. Корок. Ой. Гадлайк уже просто. 18-2-13 счет у него. Ну и Таур доедает, и похоже, что... На этом все, уже просто ливает дисраптор, даже GG-ш не сказали, вот уже говорят, GG. Ну, действительно, GG. Такая быстрая, задорная игра получилась, приятно посмотреть было, я думаю, будет скучнее все весьма. Team Liquid повоевали. Влетает Балба, сходу его хватает телекинезисом, Балба умирает. GG, говорит Корок, Балба ставит точку. Пытается дальше бегать фонтан, похоже. Ну ладно, отдаламась. Сейчас пока будет ломать здесь, может еще. Надо вылетать Рубику, выходить. Вот Рубик вышел, но сейчас упадет Рон через 30 секунд, это можно вполне промотать. Там все бегают, кричат. Ой, там случайно пропустили рампейдж от Найкс, ну и бог с ним. То есть там понятно было, что он влез там в Урсу, они впрыгнули с блинка, влезает Найкс и всех съедает. Там одновременно еще Illuminate можно было задуть по всем и инфестом сделать рампейдж. Дар Виктори. Ладно, ждем. 15 минут осталось до лайв-матча. Через 15 минут будет играть Team Dignity против команды Virtus.pro. Лузер брекет финал премьер-лиги. Пока же небольшой перерыв ждем.